Дисклеймер. Привет, Эдри. Сегодня мы с тобой продолжим проходить растения против зомби. У нас уровень 2.7. Да-да, у нас тут, кстати, появился альманах монаха. Я так понимаю, разные вещи, которые будут появляться, они будут появляться и на главном экране. Ой-ой-ой, как мне этот зомби-футболист не нравится. Так, берем. Так. Так, и что-нибудь еще одно. Я не знаю, ну это так... Хотя давай возьмем, ладно, посмотрим, что он может, потому что его хорошо поставить против зомби-футболиста. Слушай, Не, ну ты что, сразу сюда сажаешь? Чё нет? Слышишь, посадил он, блин. Прям передо мной, ни хрена себе. Так, вот такие вот грибы можно сажать, но, блин, они, понимаешь, они прячутся и перестают стрелять, когда к ним близко подходит. Хотя другой вопрос, насколько близко? Тоже фиг его знает. Так, вы давайте мне солнышко хотя бы одно. Быстрее. Хотя вот так тоже сойдет. Подожди, один мини-гриб справится, разве нет? Давай сначала поставим. Вот этот начинает стрелять, да, с другого конца карты. Это понятное дело. Но вот только... Слушай, у него урон что-то маленький. Так, хорошо, ставим так же. Блин. Не знаю, насколько близко к ним подойти. Ну ладно, у меня все равно стоит в последнем ряду. Надо вот эти вот грибочки ставить вот сюда вот, а вторым рядом уже ставить... Не-не-не, поставлю. А второй ряд уже ставить подсолнухи. Тогда до них еще дольше надо будет идти. Это гениально просто. Угу. Так, да, давайте еще подсолнухов. Так. Да-да, конечно, мозги. Мне нужны солнышки. Да вы что? Какие грибы? Наконец-то. И опять поставил не туда. Только же уж сказал же, а? Давай так. Хорошо. Нет. Сначала ставим 5 подсолнухов. Вот сюда вот. На вторую. Ну, сюда я уже никуда не поставлю. Быстрее. Ладно, пускай в рандомное место просто ставлю и все. Стоп, вот сюда вот. Угу. Потом вот сюда вот надо. И вот сюда вот. Ой-ой-ой, идет быстрее. Давай так. Так, молодец. И вот здесь. Да, отлично. Теперь еще один подсолнух здесь. И остальные места занимаем этим трусливым грибом. Не-не-не, мне надо еще одно солнышко. Молодец. Куда? Вот сюда, все. Теперь можно нормально все копить, вставить нормальную оборону. Блин, и мне надо про запас еще всегда держать 75. Чтобы мог это гипнотизера мог поставить в любую секунду. Итак. Да хорош жрать, слышишь? Даже после смерти он жрет. Не знаю. Давай так поставим. Я того вот так вот поставим. Ну, реально, мешай тут. Вообще не всралась. Давай тут. О, слушай, а могут ли могилы вырастать на местах, где уже стоят грибы, и типа этим грибы уничтожать? Это было бы очень плохо, если смогут так. Так. Хорошо, гриб держим, если что. И вот этот еще очень долго делается. Ну, давай, думаю, эти уже можно ставить. Так. Хорошо, и вот такая у нас хорошая оборона будет. А здесь еще тоже могилы надо будет убрать. Так, хорошо. Пока все неплохо. Не-не-не, солнышек пока не хватает. Так, отлично. Давай вот сюда, тут сразу 3 могилы, слушай. Если тут пойдут, то если что, мы встретим их хорошо. Так, тебе гриб не нужен. Быстрее, 2 солнышка. Раз, еще второе, 2, молодцы. Где он тут пойдет? Бегун этот вонючий. Пока вроде его нет, да? Ну и отлично. Фух. Прокатило, но значит в финальной волне стопудово будет. Так. Ставим так. Хорошо, еще 25 надо, чтобы последний гриб большой поставить. Потом уже будем от могилы избавляться. Так, отлично. Ага, хотя, мудак, я уже подготовился. Так. Давай. Хотя, давай нет, все-таки сейчас будем 75 оставим в любом случае, на всякий случай. Потому что если побежит твой американский футболист, то я потом просто не успею ничего поставить. Да вы заколевали, а? Ладно, сейчас поставим еще. Ага, отлично.
Так, ну более чем достаточно сейчас. И тут поставим, ага, маленький грибочек. И верхнюю тоже надо будет могилу убрать. Да, достаточно. Так, 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 маленький-маленький поставил. Так, пока нет, все, теперь достаточно на еще одну могилу. Здорово. Пока я даже бесплатные больше уже не буду ставить, потому что не надо нам этого. Так, так, теперь просто копим гипногриб. Так, 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 хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Успел, отлично. Так, так, так. Ладно, пускай бесплатные. Это хотя бы чуть-чуть их задержит, чтобы пока стояли, жрали их. Так, 150, это хватит на еще одну могилу. Ты что там успел сожрать, слышишь? Так, ставим еще один. Но в целом, я думаю, продержимся дальше. Единственное, что да, можно уже ставить... А, это обычный грехострел, я думал двойной. Ну ладно, у этих, по идее, трусливых грибов и у грехострела одинаковый урон. Так, 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 пошли, пошли, пошли. Есть. Еще один можно поставить. Давай, так. Ага, поставил. Забираем. О, блин, вот этот вот слишком мощный. У, алмаз. Слушай, алмаз сразу 1000 дает. Прям вообще отлично. Прокачать бы возможность побольше алмазов получать. Так, получил. Не-не-не-не-не-не, с дверью пусть вообще сразу нахер идет. Это нам не надо сейчас. Давай так. Так. Так, 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 все неплохо. Ага, ага. Сколько нам? 5000 надо всего накопить. Это вообще фигня. Хотя лучше бы, знаешь, нам бешеный сосед что-нибудь адекватное предложил. Ну просто еще одно место, оно там не особо-то нам надо, правильно? Давай быстрее, быстрее, а то сейчас финальная волна будет и вообще будет плохо. Быстрее, быстрее, быстрее. Ух, успел. Ну и здорово, все могилы очистил, значит они не будут появляться неожиданно перед нами. Ага, во-во-во-во-во, сразу ставим вот так. Смотри. Хе-хе-хе-хе. Отлично. Вот эта штука все-таки полезная будет. Жаль, грибы днем спят, так что мы сможем только на ночной карте его использовать. Но, что поделать. А ночная карта как раз-таки сейчас и будет заканчиваться. Ну как будет заканчиваться? Да, через 2 уровня вообще закончится. Ага, давай так. Нормально, 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 нормально. Неплохо, неплохо. О, ледяной гриб. Ну, ледяной гриб говно. Не, я его использовать не буду точно. Да-да-да, ледогриб временно останавливает всех зомби на экране. Не. А, на экране, на всем. Ну, в любом случае, зомби-танцор, да-да-да-да-да, понятно. Нет, не так, не тот порядок, ставим так, так, так. Трусливый, ставим эти. Кто еще один был у меня? Горохострел, но мы его видим, мы его не используем. Давай для замены поставим двойной горохострел, если что. Так, погнали. Опять не туда поставим, опять. Так, здесь пузырьчатый. Ага, вот это вот. Раз, два, три, четыре. На четвертом квадратике можно ставить вот эти бесплатные грибочки. Так, давай, поставили. А что, зомби пока нет? Блин, он же говно вот оно. Давай, давай, давай. Да, успею поставить. Еще даже второй. Еще один. Да, солнышки мы долго будем получать. Да-да-да-давай. Есть, пошел второй гриб. Ага. Так. Тут всего одна волна. Финишная. Ну, значит, там что-то жесткое будет. Там что-то жесткое, я тебе говорю. Так. Так, 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 так. У нас не хватает еще 25 солнышек. Блин, как плохо ночью играть. Солнышки вообще не падают нам. Угу. Угу. Так, есть. Давай, давай, давай. Отлично. Так, еще одно. Блин, по времени каждый уровень все длиннее, длиннее, длиннее. Ты понимаешь? Так, хорошо. Ну ладно, я понимаю, допустим, сейчас. Это логично, да.
Пока ночь, у нас и солнышки как бы падают медленно, нам надо просто дольше посидеть, чтобы получить, правильно, их. Но когда будет день, у меня получается, солнышек будет просто вообще бесконечное количество. Так, так, так. А, все, нам уже подсолнухи не нужны как бы. Можно уже просто трусливые грибы ставить, а потом еще и пузырчатые. Так. Так, ну пока нормально, держимся, собираем солнышко. Так, давай быстрее, можно как-нибудь, не? Забрал. Так, есть. Этот все тормозит, слушай, а? Повладняется он, конечно, долго-долго, но он дешевый и хороший. То есть по цене он 25, когда точно такой же горохострел. 100, ну ты что, 4 раза дешевле, считай. Так, ты что приперся? Так, Майкла Джексона явно тут не ждали. Так, хорошо. Теперь можно обычные ставить, большие грибы. Слышишь? А это вообще мне не надо такого. Ты прекращай так делать. Это вообще нельзя так делать. Ты видел? Он... О, сука. Ничего себе. Так, где большой гриб ставим? Вот так. Блин, нас... Ну ладно, нормально, можно ставить. Правда, полностью очистить мы уже не успеем. Ну ладно. А хотя, блин, мы эти дымогриб не успеваем ставить. Так что нет, я лучше покоплю пока солнышки, потому что у нас финальная волна скоро. Так, так, так. А еще и на гипногриб нам тоже надо отставить 75. А мы не успеем, сейчас уже пойдет финальная волна. Так, ладно, давайте 3 последних солнышка и пускай. Давай, раз. 3, я говорю, куда одно? Давай, второе. Ну, не жлобите, быстрее. Сейчас сожрут же вас же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ну, нормально. А где ты? А, фу, ты слышал, где-то уже жрет, слышишь? Стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Это мне вообще не нравится. Прекращай. Так-так-так-так. Так, давай вот этот вот недомерок сожрет. Прокатило. А то я уже испугался, когда начали появляться другие зомби, знаешь. Я думал, уже все. Они сейчас все равно вчетвером, ну, победят моего одного. Не, смотри. А, это ядерный гриб. Да-да-да-да-да. Он взрывает, типа, и всю карту очищает. Всю же ведь? Так, гриб судьбы уничтожает зомби в большом радиусе, но оставляет после себя кратер. А, все, я вспомнил, это гриб, который не на всю карту взрывается, а просто вот здесь ставишь, он взрывается, типа, и после него остается яма, и туда, типа, нельзя вообще посадить никакие растения. Ну, временно, естественно. Так, 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 ну и что, из-за этого можно, ну, двойной тоже. Смысла от него ноль, но хоть так. Так, второй ряд не забываем, и это на четвертый. Ну, это прям вообще наглёшь, слушай. Это прям в упор, я даже не то, что третий, четвертый ряд. Это я даже второй не смогу построить. Да, давай побольше солнышек. Куда ты пришел? Ага, отлично. Ну, давай быстрее ты, солнышки. А? Как же тормозят здесь подсолнухи, слушай, на ночной карте. Ну, понятное дело. Чё, ночь? Все спать хотят, они и то работают. Скажи спасибо хотя бы за это. Блин, ну это опять танцоры попрутся сейчас. А еще я забыл посмотреть, есть ли у зомби сейчас опять кто-то новый. А то сейчас сюрприз будет какой-то. Ага. Да хорош жрать. Давай так. Хорошо. Так, еще надо мне 100 солнышек для подсолнухов. И потом 125 для трусливых. Давай так. О, отлично, слушай, как пошло. Так, и еще двое давайте. Блин, тут бы могилу брать, а то она мешает жестко вообще. Так, хорошо. Ну и все, можно трусливые ставить. Грибы сейчас тоже по 25 поставим и начнем убирать. Потому что, ну реально, ну слишком близко, ну куда? Так, ставим. Хотя, учитывая, как и так медленно пополняется, мы, может, успеем какую-нибудь могилу очистить еще. Ой-ой-ой, до конца. Давай так.
Про бесплатные грибы-то я совсем забыл. Так, давай так. Ну и давай, любой, давай. Ага, все. Так, хорошо, а то у нас две волны, я боюсь, ее не успею. Ага. Давай так. Так. Хорошо, золотая монетка есть. Слушай, до 5000 не так уж и много осталось. Я бы даже сказал, совсем чуть-чуть. Так, 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 дымогриб нам, конечно же, нужен еще. Так. Блин, у них когда башка отлетает, постоянно кажется, что эта монетка падает. Отвлекает меня жестко. Давай так. Да что ж такое, опять не хватает. Пока нормально, нормально. Нет, пока... Это, пока, ну, не знаю. Ладно, давай поставим сюда. Давай так. Так, молодец, молодец, молодец. Это уберем, потому что тоже слишком близко стоит. Забрал. Так, еще солнышки нужны. Так. Маловато, маловато, маловато. Нам еще надо 75, 150, 225. Офигеть просто. Где мы должны столько успеть накопить? Так. Да, вот, вот такой вот для ночной карты, вот такой вот ряд прям идеальный. Хорошо, и еще 75 надо. Так, пускай здесь будет все равно. Ой-ой-ой-ой, сейчас уже первая волна пойдет. Надо тоже подкопить на всякий случай гипногрибы. Ладно, фиксим с этим. Главное, чтобы, если что, могли отбиться. Не-не-не-не-не-не-не. Могли отбиться, если там будет футболист, либо танцор. Так, пока никого из этих нет, да? Фух, первая волна очень легкая пошла, хорошо. Это нам на руку. Мы как раз успеем подкопить ресурсов, чтобы отбиваться дальше. Давай так. Блин, с дверью мудак идет. Блин, а вас, а вы что настолько мощные, а? Слушай, и мне кажется, дымогриб может сразу двоих бить. Прям вообще отлично. Но этот, конечно, тормозит жестко. Расстояние у него очень маленькое, радиус действия. Угу. Ну, я так и знал, да-да-да. Чуть активнее, что ли, работая. Так. Ну, до следующей волны еще не скоро, поэтому я думаю, мы даже успеем, скорее всего, в этом уровне все могилы убрать. Так, есть, пошел. Хорошо. Так, давай, заберем так. Так тоже, и так забрали, и даже так забрали. Фига себе. Ага. 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 Ну, двойной горохострел, конечно, мы уже вряд ли успеем поставить. Хотя один, конечно, можем в целом успеть, но... Смысл от него, я думаю, не будет. Я лучше подкоплю на то, чтобы... Ага. От могил избавиться и гипногриб оставлю себе. Так. Интересно, гипногриб насколько быстро пополняется? А то я даже не обратил внимания. Может, их много можно будет сразу поставить. Слушай, если я их в полный ряд поставлю, они будут защищать мою территорию еще до того, как на нее зомби зайдут. Быстрее, есть, есть. Так, 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 так. Блин, ну эти вообще прутся и прутся. Давай быстрее. Наконец-то. Так, еще вместо этого надо будет... Слушай, он даже два успеет из-за него. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все жрут и жрут. Так, хорошо. Замена есть. Так, так, так. Ставим быстренько, пока есть шанс такой. Ну, здесь, понятно, уже придется поставить новый гриб бесплатный. Ну, от могилы избавились от всех. Это уже отлично. Запарили. Давай так. Быстро, 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 быстро. Ну, с этим должны справиться, я думаю. Так, 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 так. И с этим справились. Хорошо, хорошо, хорошо. Гипногриб у меня есть. Фух, я подготовлен более чем. Не. Съел. Фух. Так, хорошо, хорошо. Ну, давай, не знаю, вот тут самый жесткий. Поставим двойной. Горохострел.
Ага, то же самое, просто двойной урон. Блин, гипнотип очень долго пополняется. Это, конечно, обидно. О, финальная битва, наконец-то. Это получается у нас теперь будет адекватная карта. Так, вы нашли записку. Здравствуйте, мы хотим зайти к вам на полуночный ужин. Как насчет мороженого и порции мозгов? Искренне, ваши зомби. Сорян, мороженого нет. Блин, тут все прям. Ой, от могил еще избавляться придется. Так, ну ты ленту чуть побыстрее крути, ты чего? Они уже идут. А у меня вообще ничего нет. Давай так. Ну здорово, слушай. Это гриб говно. Пока я его использовать не хочу. Блин, ну придется пока что его использовать. Да. Блин. Непонятки есть. Фу, ядерный этот гриб. Он все-таки со всей карты уничтожает или нет? Потому что тут сказали, что не очень-то и большой радиус действия. Так, ладно, допустим. Да зачем мне столько грибов вот этих вот смертоносных? Че, издеваетесь? После них я ничего посадить не могу. Ага, 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 ага. Пока неплохо, неплохо, неплохо. Опять дают. Ну это по сути сейчас самый бесполезный гриб. Правильно, нафиг вы мне его столько штук понадавали. Так, вот это убираем, потому что оно слишком близко. Так, это ставим. Хорошо. Блин, 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 вот сюда вы... Вот сюда вы идеально трусливый гриб поставите. Или хоть что-нибудь. Да вы что, издеваетесь? Не, ну это реально прикол. Дайте мне хоть какой-то гриб. Наконец-то. Спасибо, когда он уже в упор подошел. Поклон вам низкий, что ли, а? Давай бесплатный поставим, чтобы он хоть немножко задержал его. Да, отлично. Спасибо, чувак. Пожертвовал собой, но зато спас остальных. Молодец просто, красавчик. Угу, угу, угу. Так, неплохо, неплохо, неплохо. Но эти... Ну ладно, давай второй ряд тут делать. Ай-яй-яй-яй-яй, слишком близко подошел. Но мне уже нечего ставить тут. Отлично. Давай так сделаем. Молодцы, хорошо. Ну хотя бы так, понимаешь? Другого варианта у нас просто нет. Второй ряд тут тоже делаем. Ага, ага. Давай, 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 бесплатный. Блин, ну бесплатный где-то прям совсем впереди надо ставить, потому что места нет. Итак. Хорошо, хорошо, хорошо. Могилу тоже убираем. Вот это вот слишком близко находится. Так, монетка. Ну монеты вообще что-то сейчас, смотри, редко падают. Блин. Вот этот прям вообще не в тему. Давай. Слушай, а дальность неплохая. Сколько? Раз, два, три, четыре клетки. Ну, в целом, не идеально, но нормально. Ага. Ой, смотри, след так долго просто исчезает. Кошмар. Блин. Ну, давай так, ладно. Хотя бы так. Я просто не знаю, что с ними еще делать. Знаешь, что такое ядерный гриб? Идеально будет поставить прямо на какие-нибудь волны. Типа вот таких вот. Сейчас подождем, пока он поставит. А теперь вот так нападло. Да, это со всей карты уничтожает их. Ага. 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 Слушай, как хорошо все идет. Фу, вообще идеально. Вот теперь я спокойно справлюсь со всем. Ну и ладно, эти мелкие грибы в целом можно вот тут поставить. Слушайте, а у меня сейчас нет возможности поставить уничтожителя магии. Ага, есть. Отлично. О, еще одно, блин. Давай вот так хотя бы. Так, 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 так. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо пошло. Так, ставим еще один. Прям вообще идеально. Блин, ну это труслив, он может уже тут испугаться. Ладно, пускай ставим. Что поделать. Это я, конечно, вообще не вовремя. Давай так, все, пошел вон. Его проще нахер выкинуть, что ли? А то мешать будет. А ты что, издеваешься? Пападос. Пападос, конечно, этого прям вообще не в того поставил.
Слушай, а можно еще пузырчатого, как бы? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай, быстрей. Не жри, молодец. Пузырчатый... Ага, гипногриб ставим. Ни черта не видно. Давай на всякий случай еще вот так поставим. Хорошо, чтоб не мешал. Не, ну у нас места уже нет. Так-так-так-так-так. Давай вместо бесплатного поставим трусливо. Он, у него хотя бы урон побольше. Так-так. Хотя, может, урон такой же, скорее. Ну, дальность точно больше. Так-так-так-так-так-так-так. Хорошо. Ну, у меня больше нечего ставить. Ну что, что? Ну, давай ледяной. Чтобы они прекратили идти. Смотри, пузырьки. Пузырьки сейчас увидим. Не, пузырьки все-таки по очереди их убивают, а не одновременно. А эти замерзли, смотри, но заледенеть не успели-то. А, так, да что ж такое-то? Что ж мне так не везет? Ладно, если что, пузырчатого потом поставим сюда. О, сейчас вообще можно не бояться у меня ядерных грибов. Да блин, как ты вовремя, конечно. Можно вообще не бояться у меня ядерных грибов. Раз, два, три, четыре. Мне хватит грибов уничтожить зомби вообще на всей планете. Не только те, которые у меня во дворе. Я же сказал. Так, кувшинка — это плохой признак. А, так, лист кувшинки позволяет сажать наводные растения на себя. Неводные растения, неводные. Так, мы уже зомби вырастали, атаковали тебе твой передний двор. Теперь они лезут на задний. И к тому же ты можешь и использовать... Ты не можешь использовать грибы, потому что они спят, но... Вот бездельники. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, это плохо очень. А у них тут вот... Блин. Блин. Хреновые мои дела. А у меня наземных-то растений почти никаких нет, вы чё? Ну, погнали, чё. Жопа. Тут хотя бы солнышки вот так вот падают, отлично. Сейчас посмотрим, кстати, насколько часто. А, каждые 5 секунд, что ли? Подожди, 3, 2, 1, 2, смотри, каждые 5 секунд вообще отлично. Только надо бы еще почаще чуть-чуть. Нет, подожди, это наглёшь уже. Подожди, у меня зомби тут идет. Дай-дай-дай, солнышко, одно быстрее. Ну! Ага, отлично. Хорошо, когда солнышко в руках. Так, мне надо еще поставить. Так, раз. Хотя нет, они как-то рандомно, слушай. Вообще непонятно, как они идут. Они не каждые 5 секунд, они как захотят падают. Так, давай еще. Хотя ладно, вот это вот не буду тратить пока эти. Солнышки пускай этот идет, фиг с ним. Мы пока остальное все сделаем. Ага, ага. Так, сделал, хорошо. Так, 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 хорошо. Мы пока накопим на остальные растения нормальные. Кувшинки нам надо тут поставить, чтобы горохострелы поставить. И пока есть возможность, давай будем копить на двойные. Сразу же. Да, давай быстрее, солнышко. Блин, с неба что-то вообще мало падает. Ага, перестало падать. Оно, наверное, с каждым разом все меньше падает. Начинает. Давай так. Ну, хотя бы здесь нет американского футболиста, танцора и остальных уродов. Тут хотя бы пока обычные. Ну правильно, чтобы мы пока привыкли, знаешь. Ага, пристрелялись, поняли, что как это работает. Так, хорошо. Блин, приперся. Так, дайте одно солнышко хотя бы. Ага, спасибо. Так, хорошо. Так, двойной. Это неплохо, но мне бы еще одинарный поставить для него, чтобы справлялся. А, блин, у меня в бассейне никого не поставлено. А скоро уже волна пойдет большая. Так, ну двойной справился. Хорошо, допустим. Двойной здесь еще можно поставить. Так, допустим. Это нормально. Надо держать при себе хотя бы 100 солнышек, чтобы я на воду мог поставить их. Ага. Что меня удивляет, то что как эти растения в целом на кувшинке все равно могут стоять. У них же, ну, должны быть корни. Ух ты ж, тварь какая, слышишь? Это вообще неожиданный поворот.
и со шлемом, и в воде, ну ты мудила, конечно. Они ж корнями-то должны в землю вцепляться, правильно? Откуда и получают воду. А то так они и стоят, и так не работает. Не-не-не, простите. Но это не так делается. Блин, приперся. Давай мне раз, два, еще третий, отлично. Так, здорово, 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 здорово. Ага, ага. Все равно маловато пока. Хотя сейчас уже финальная волна, и мы очень легко с ней справимся. Хорошо, монетку забрал. Так. Вот здесь бы двойной поставить еще, и все, достаточно. Так. Конечно, да-да-да. А так нельзя делать вообще. Это вообще скотство. Слышишь, со дна... Слышь, на дно вернись обратно. Черт просто. Кто так вообще делает? Фу, я в шоке вообще. Просто как мудак поступил. То есть мне в середине прям надо самых мощных ставить. Потому что, во-первых, они тут двигаются быстрее намного. Ну, раза в полтора. Во-вторых, еще вынурнуть могут. Кабачок... что там, расплющивает зомби? Нахер нам не нужен. Хотя, знаешь, можно взять как подстраховку вместо гипногриба. А на этом все. Все ссылки в описании. Пиши, добавляй, лайк, видео продвинуться. Также подписывайтесь на канал, чтобы посетить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.